О, кабачок. Какой вырос, вот бы снять уже, конечно. Иначе перерастет. Не надо? Ну, не надо, так не надо. Голубика. Уже самую черную посрывали. Местную. Так, а это спаржевая фасоль. Вкуснятина, кстати. Так, теплица. 29 августа. Уже сняты листики, чтобы избежать фитофторы активной. Вот такие урожаи. Помидорки дозревают. Их, в принципе, можно уже снимать, и они сами дозреют. Тяжеленькие. Так. Помидорки и перчики. Перчики. Вот покажу вам, как это вам тут красивенько показать. Вот перчики такие. Большие. Толстенькие. Толстостенные. Красота. Шикарные. Мясистые. Там тоже. Так, огурцы чего-то посохли. Им, наверное, жарко было или мало воды. Но еще есть завязи. Огурчиков. Огурчики вот такие. Корнишоны. Им еще расти. Уже собрали огурцы, короче. Нечем похвастаться особо. Такой огурчик. Вот такой урожай виноградика в этом году. Еще назревает. Все никак не соберусь самшиты постричь. Уже поотрастали. Я их стараюсь формировать шариками. Так, рядом здесь коллекция хост. В этом году, кстати, ранняя осень, уже листья опадают. Согласно народным приметам, уже сейчас идет бабье лето. Вот такая у меня коллекция хосточек. А вот еще мои любимые экземпляры. Вот мои любимые экземпляры. Какие интересные кучеряшки. Улитками поеденные. Этот цветочек в воде, мне нравятся такие съемки. Фотографии красивые получаются. Доцветают уже на даче флоксы. Запах у них, конечно, чарующий. Флоксы имеют очень много разных сортов. А у нас остались только розовые. Были, кстати, еще фиолетовые. Гортензия красавица. Такие шапки. Так, а это ремонтантная малина. Как видите, у нас у соседей есть пчелы, и они регулярно к нам прилетают и помогают опылять малинку. Здесь и шмели. Все просто гудит. Гудит. Шмели. Это ремонтантная малина. Ну, поскольку в Беларуси в этом году ранняя осень,
похолодание. Я сомневаюсь, что ремонтантная малина успеет отдать весь свой урожай. Видите, сколько завязей. Будет очень жалко, что они не успеют плодоносить. Вот это такая ремонтантная малина. Плодоносит до самых заморозков. Красота. Ягодка такая. Это поломалось. Ягодки хорошенькие, витаминки. И вот такой урожай лимонника у нас в этом году. Дальневосточный лимонник, очень полезные ягодки, кто не знает. И листья, и лианы заготавливают, и потом делают из них вкуснейший, полезнейший чай. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в своих соцсетях. Это была Курхинян Елена. Всем пока!